Распаковка посылки. Поп-фильтр. Сетнот представляет. Приветствую, дорогие зрители. Сегодня с вами Сетнот. И в этом видео мы рассмотрим распаковку нашей посылки. Посылки с AliExpress, с Китая, друзья. Я купил себе диктофон. Начинаем распаковывать его. Распаковывается он таким образом, как видим. Надо его вот так вот. Вот так вот. Так. И срываем. Не очень-то удобно мне, конечно, но я надеюсь, у меня получится все. Не так-то легко поддается-то. Да, это диктофон, друзья. Надо вот так вот распаковывать. Видите, я очень хорошо распаковываю его. Да, коробочка-то большая, а выйти-то не хочет. Ну-ка, ну-ка. Вроде получается. Вот так я вытаскиваю свой микрофон. Выходи, выходи, выходи. Так, что это у нас, друзья? Это у нас поп-фильтр. Я думал, здесь микрофон, друзья. Это, друзья, поп-фильтр. Я перепутал посылку. Я думал, здесь диктофон, черт возьми. А это поп-фильтр для нашего... Это у нас что, друзья? Это у нас микрофон. А это для него поп-фильтр, чтобы он удерживался. Давайте распакуем. Распакуем, что внутри есть. Как выглядит наш поп-фильтр. Так. Сам поп-фильтр цепляется на этот самый микрофон. И вот в итоге мы буквы П и Б будем лучше произносить и не будет слух резать. Надеюсь, мой голос теперь будет лучше звучать вот с этим поп-фильтром. Я к нему прицеплю, к этому микрофону, и буду регулировать. Вот так звук поставлю, вот так звук будет. И буду говорить на этот самый микрофон. Хороший поп-фильтр, друзья. Называется поп-фильтр. Просто поп-фильтр называется. Да, вот профессионал поп-шилд. Как он крепляется, вот здесь видите, все, как он, его нужно закрепить. Вот такой простой поп-фильтр, надеюсь, звук теперь будет лучше. Теперь в будущих видео, если я буду звук записывать с экрана, вы будете слышать через этот поп-фильтр. И мой голос будет лучше звучать в этот раз. Потому что все-таки, когда близко сидишь к этому микрофону, Samsung C01 U Pro, буквы P, B произносятся, и они прям слух режут. А с этим поп-фильтром, когда мы его поставим таким образом, будет все круто. Вроде вот так вот я закрепил поп-фильтр. Надеюсь, это будет хорошо выглядеть, и я смогу пользоваться им. Крепление с боковой стороны, вот так вот снизу я его затянул. И также вот сам поп-фильтр идет в эту сторону. Микрофон стоит боком. И таким образом будет мой голос звучать. Надеюсь, мой звук будет отлично слышен. И этот поп-фильтр довольно приятное дополнение к моему микрофону. Теперь мой голос буквы П и Б будет спокойно будет съедать, потому что они очень сильно проглатывают. И в итоге мне при обработке звука мне приходится перезаписывать немножко дальше. Но с этим поп-фильтром проблем не должно быть, даже если я буду близко. Крепление таким образом, я могу даже его наклонить, выше поставить. Как видите, очень даже удобно. Этот поп-фильтр пригодится для видеоблогера в самый раз. Поэтому ссылку я оставлю в описании. Купил поп-фильтр очень дешево, и доставка была очень быстрой. Также я использовал Letyshops для скидок. Но, надеюсь, если вам нужно Letyshops, ссылку тоже оставлю. Хороший поп-фильтр, пользуйтесь на здоровье. Я сейчас запишу даже на звук свой через этот поп-фильтр. Послушаем, как звучит мой голос через этот самый поп-фильтр. Послушаем мой голос через этот самый поп-фильтр. Надеюсь, мой голос хорошо слышен. А если я произнесу П, 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 Б, 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 П, 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 П. Надеюсь, голос мой не обрывается, и через этот поп-фильтр лучше мой голос слышен. Потому что я произношу все буквы и стою прям как раз к этому микрофону. Через поп-фильтр говорю. И мой голос, надеюсь, будет хорошо звучать в этот раз. И не будет отвлекать вас этими самыми буквами, как П, Б, Р и какие-то другие звуки, которые просто глушат. Сейчас послушаем этот голос. И этот голос я записываю через этот самый микрофон. Подпишись, друг, подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк, если видео понравилось.